Работы по наведению порядка на земле прошли в каждом населенном пункте Солигорщины. Соковическое озеро в летнее время пользуется особой популярностью. Среди отдыхающих на уборку вышли местные жители и представители Старобинского сельсовета во главе с Андреем Миськом. Глубоко убежден в том, что на этом месте должно быть чисто, облагорожено. И поэтому в рамках республиканского субботника работники Старобинского сельсовета и жители деревни Соковичи приступили к уборке данной территории. Я думаю, что эти работы в ближайшее время будут завершены, и к купальному сезону место для купания будет подготовлено. Особое внимание памятным местам работники прокуратуры во главе с прокурором Солигорского района Дмитрием Савановичем трудились на символическом месте для Солигорщины – памятники братьям Ивану и Михаилу Цубам. Историко-культурная ценность. Работники прокуратуры облагородили территорию и установили памятную табличку с QR-кодом. Генеральная прокуратура Республики Беларусь более 2 лет расследует уголовное дело о геноциде белорусского народа. И сталкиваясь, наверное, с историческими фактами, мы понимаем, наверное, ценность каждой жизни, которая была отобрана фашистско-германскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. И находится непосредственно сегодня, в день проведение республиканского субботника именно на этом месте памятным, которое является одним из многих памятных мест Солигорского района. Тем более, учитывая то, что братья Цуба, они повторили судьбу Ивана Сусанина. И, наверное, своим хоть небольшим таким трудом хочется, наверное, внести вклад в общее дело. Чистая и благоустроенная Солигорщина. Жители Хоростовского сельсовета также вышли на субботники и привели в порядок парк памяти нашего земляка Василия Захаровича Коржа. Дружно принимаем участие в республиканском субботнике. Облагораживаем нашу деревню. Также чтим и помним память нашего полководца Василия Захаровича Коржа, который внес великий вклад в нашу великую победу и который реконструировал нашу деревню. Наши жители – активные участники всех мероприятий, всех субботников. Наши жители принимают участие не только в субботниках, принимают в облагораживании и других территориях. Также у нас есть урочище Векарова, на котором стоят памятники нашим партизанам.